Я хотел перейти в чемпионат России, потому что здесь высокий уровень футбола. Интересно попробовать свои силы в РПЛ. Хочу себя проявить в «Динамо» и помочь клубу. Я следил за московским «Динамо» и до перехода. Знаю, как здесь развивают молодых футболистов. Хотел оказаться в таком коллективе и оставить хорошие впечатления о себе. Моя позиция на поле в полузащите. Могу сыграть шестого номера, могу восьмерку или десятку. Есть опыт игры и на фланге. Буду играть там, где нужен команде. Я здесь, чтобы показать свои лучшие качества, то, что умею. Мои цели самые высокие. Хочу вместе с командой попасть в Еврокубки.